Привет всем, кто будет смотреть это видео. Меня зовут Никита, и я основатель вегетарианского клуба «Вегмарт» и фудкорта «Брокколи» на Таганке, в котором мы прямо сейчас находимся. В этом видео я хочу рассказать вам о том, что я ищу партнеров в новую компанию, в которой я хочу объединить оба данных проекта и масштабироваться за пределы Москвы. Для меня очень важно было, когда я создавал проект «Вегмарт», то, что он шел полностью от моего сердца, и для меня это было служение людям. И на сегодняшний день так оно для меня и осталось. И если это видео вам отозвалось, пожалуйста, свяжитесь со мной. На сегодняшний день я практически единолично владею обоими проектами. И я готов расстаться с большей частью. И я ищу тех людей, у которых в сердце огонь, в глазах огонь, и которые готовы действовать. Сейчас лучшее время для развития. Потому что практически все поле на сегодняшний день пустое. Узнаваемость бренда «Вегмарт» на сегодняшний день настолько высока, что мы можем ехать с нашими маркетами практически в любой город. Также во время карантина мы запустили доставку с этого фудкорта и целый маркетплейс «Вегмарт», который прекрасно работает и очень востребован. Мы выполнили 2500 заказов, начиная с середины апреля. Это очень хорошие цифры, и такого уникального предложения по доставке, как есть на сегодняшний день у нас, нет больше ни у кого. И я ищу партнеров, которые обладают большим финансовым запасом, чем обладаю я, для того, чтобы мы могли построить более серьезный бизнес, более масштабный, и вместе распространять вегетарианство, здоровое питание, здоровый образ жизни. Поэтому, друзья, если вам отозвалось то, что я говорю, если в сердце вы чувствуете, что это вам нужно, и либо вы просто готовы инвестировать в такой проект, либо вложиться, но лучше всего, если вы готовы непосредственно управлять этим проектом, я жду ваших писем, вы видите внизу почту, пишите на нее, я пообщаюсь с каждым индивидуально,